Яна Крюкова совсем не помнит своего прадедушку, участника Великой Отечественной войны. Находиться у вечного огня накануне Дня памяти и скорби эмоционально тяжело, но пропустить митинг она не может. Мне очень тяжело, потому что у меня мой прадедушка, ну, он после войны вышел, но потом умер через год. Очень тяжело, я даже его не знала, но мне очень жалко то, что он умер. Я его помню и очень люблю. На митинг, посвященный Дню памяти и скорби, собрались те, чья профессия – родину защищать, и те, кто о страшном времени Великой Отечественной войны знает лишь из книг и кинофильмов. По-взрослому серьезно стоят у вечного огня малыши, воспитанники детского сада номер 4. То, что вы сегодня пришли сюда с цветами, к вечному огню, это дань уважения тем героям Великой Отечественной войны, которые остались живы по сегодняшний день и которых, к сожалению, нет. И с каждым днем этих героев становится меньше участников Великой Отечественной войны. Но мы с вами должны четко знать, что мы гордимся победой советского народа в годы Великой Отечественной войны. Малыши еще не читали про войну в учебниках истории, но большинство из них знают и помнят рассказы своих прадедушек и прабабушек, которые подарили им мирное небо. Я просто рядышком сижу, но кажется порой, что это я в прицел гляжу, что я готовлюсь к бою. Завершился митинг возложением цветов. Многие, подходя к вечному огню, думали об одном – лишь бы не было больше войны. Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».